создают реквизиты для гостевых спектаклей и художественное оформление. В Нижневартовске идет подготовка к международному театральному фестивалю «Северные встречи». Слет представителей малых театров России и ближнего зарубежья стартует 28 октября. Какая программа ждет зрителя, узнал Кирилл Волконский. Мы подключили всех, весь коллектив наш. То есть я всегда всем говорю, что приносите, вот принесли. Речь о камнях самых разных размеров, форм и пород. Каждый для героини спектакля «Горбатая» воплощать будет конкретную человеческую судьбу. Постановку нижневартовский зритель сможет увидеть во время фестиваля «Северные встречи». Сегодня работа по подготовке к главному культурному событию города кипит во всех цехах театра. По присланным чертежам мастера уже собрали столы, ширмы, основу абажуров. Ими будут пользоваться актеры, а главное – зрители спектакля «Семья Иванова» из Магадана. В этом году не так много, вот в этом, на этот фестиваль, на 7-й. Мы вот изготовили для Ростова, по их эскизам, изготовили для Магадана. И еще у нас вопрос в открытом, так сказать, доступе — Эстония. Если все случится, значит, для Эстонии там немножко побольше, пообъемней тоже будем делать. Ну а так, какие-то реквизитные дела тоже мы собираем. То есть нет, проблемы нет. Проблемы нет, и мы всегда стараемся нашим гостям, как говорится, угодить во всем, чтобы они только сюда приехали к нам, потому как далеко очень ехать. Создают не только реквизит для гостевых спектаклей, но и художественное оформление самого фестиваля. Увидеть его можно уже сегодня в вестибюле драмтеатра. Это и гигантские инсталляции, даже шрифтами отдельно характеризующие каждую постановку, и небольшие. Например, вот такие кусты с вымпелами, флажками. В этот раз основные цвета фестиваля – черный и желтый. Ожидаем. И очень надеемся, что не закроют в связи с пандемией. В этот раз на «Северных встречах» ожидается 11 постановок. Две из них по произведениям нижневартовского драматурга. Это документальный проект «ШОП». Он идет вне конкурсной программы. Также по сложившейся традиции самая массовая постановка для драмтеатра – «Горка», которой и откроют фестиваль. Спектакли у нас практически все моно, но задействован будет больше все-таки большой зал. Впервые у нас во время фестиваля спектакль будет показываться здесь, в большом фойе. Это будет спектакль из Екатеринбурга. И один спектакль будет идти в малом зале. Это спектакль из Магадана. Ну и наш спектакль «Супруга» тоже идет в малом зале. Все остальные спектакли идут в большом. К слову, программа «Северных встреч» может сократиться. Под вопросом визит гостей из Европы. Но главное, на что надеются в округе, что эпидемиологическая обстановка не ухудшится и сам фестиваль состоится. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.